что, в общем, пока и происходит. Большинство закончилось, но есть возможность еще бросить поворотом. Очень долго Старченко шайбу увозит и бросок. Гол Савиков, да? Неужели это Савиков? Там интересно обошлось, тоже так не разберешь. Там слишком много людей было. Нет, по-моему, она никого не задела. Есть ощущение, что нет. Ну, по крайней мере, да. По реакции похоже на то, что прямая. Дача и 4 набранных очка. Илья один из самых результативных. Уступает он только Александру Хохлачеву, у которого 5 очков. Передача опасная принца. Еще один гол! Дуплетом Спартак забивает 2 шайбы. И это уже Хохлачев принимает поздравления. Попытаться среагировать и попытаться исправить ситуацию, которая сложилась в результате большинства в начале третьего периода. Но нет, на контратаке, и таких контратак у Спартака было достаточно много.